Буквально каких-то полтора года назад, во время моего зимнего визита в Америку, я решил для себя, что обязательно сюда вернусь. Но не думал я в то время, что в скором будущем моя мечта станет реальностью и появится возможность еще раз ступить на эту землю. Вот я здесь, пытаюсь акклиматизироваться и привыкнуть к новой жизни. Благодаря судьбу за то, что появилась величайшая возможность жить по соседству с океаном. Майами – огромный курортный туристический мегаполис, состоящий из множества каунти или графств. Является самым густонаселенным городом во Флориде. Весь изрезанный каналами, Майами напоминает мне итальянскую Венецию. С одной лишь разницей, что здесь в канале можно встретить огромный круизный лайнер. Удачное соседство с Атлантическим океаном превратило этот город в вечно зеленый, утопающий в густой растительности уголок планеты, известный во всем мире. Океан, наполненный жизнью, глубокий и прозрачный, суровый и красивый, таит в себе множество загадок, которые мне предстоит разгадать. Гольфстрим, теплое южное течение, огибая Флориду, несет в себе жизнь в этот прекрасный уголок планеты. Среднегодовая температура воды находится на отметке выше 20 градусов по Цельсию. Приливно-отливные течения выносят из развитой сети каналов в океан огромное количество планктона, привлекая к себе всю пищевую цепочку океана. Вслед за мелкой рыбой, облюбовавшей прибрежные рифы, сюда приходят из глубин океана огромные хищники, часть из которых находится под защитой Государственного департамента США. Снук по своему виду очень напоминает европейского пресноводного судака или лаврака. У него такое же удлиненное серебристое тело, увенчанное высокими колючими плавниками, имеющими треугольную форму. Морда слегка сплюснутая, с выдающейся вперед нижней челюстью, вооруженная длинными и острыми зубами. Размер взрослой особи может достигать более метра длины. Thank you.
атлантический гигантский группер Голиаф живет в основном на тропических мелководьях, среди коралловых и иных рифов, на глубинах от 5 до 50 метров. Ареал этого вида охватывает воды у островов Флорида-Кис и Багамских островов, большая часть Карибского моря и практически все побережье Бразилии, где эта рыба называется мером. Встречается снук в водах Центральной Америки и в Мексиканском заливе. Всего имеется 12 видов этой теплолюбивой рыбы, 6 из которых обитают со стороны Атлантического побережья и 6 в Тихом океане. Обитает снук в основном в прибрежной зоне, особо предпочитая для жизни и охоты прибрежные пляжи и рифы. Сейчас вылов атлантического гигантского группера полностью запрещен, а сам этот вид находится под охраной. В США меры по охране этого вида начали проводиться с 90-го года, в странах Карибского бассейна с 93-го. С момента прекращения вылова популяция этого группера уже успела вырасти. Однако, при характерном для этого вида медленном размножении, для полного восстановления популяции потребуется еще много времени. Атлантический гигантский группер питается ракообразными, рыбой, осьминогами и молодыми морскими черепахами. Рассматриваемый вид не высший хищник. У него есть естественные враги среди более крупных рыб, таких как барракуды, мурены и крупные акулы. Благодаря тому, что Голиаф охраняется многими государствами Центральной и Северной Америки, мы имеем величайшую возможность наблюдать за этим гигантом океанских глубин в естественной среде обитания. Несмотря на запрет промысла некоторых видов рыбы, подводная охота на побережье Майами отличается видовым изобилием трофеев. Здесь можно встретить несколько видов джаков, макрель, кингфиш, хогфиш, 6 видов групперов, разрешенных добычи, и более 5 видов снаперов. Кроме этого, охота имеет сложность в том,
что Гольфстрим иногда подходит очень близко к берегу, с одной стороны очищая местные воды, с другой стороны усложняя охоту на риф. В целом охота очень спортивна и увлекательна. Океан таит в себе огромный потенциал для охотника и всегда преподносит сюрпризы. Здесь можно встретить трофеи своей мечты или матерого хищника в образе булшарка или хаммерхеда.